Совсем мать одолевает. Буду эту свою палю. Это вот такой вырос за это время. Отчаянный борец. Она учит борьбе без правил. Вот как бросается на него. Он все равно выскочит, убежит. Пропустил ее мимо. Вот. Ну, она достойная мать. Вот, по воздуху летит, прыгает. И он такой же прыгун. Во, уши как зажал. Это сегодня, 14 января 2019 года, понедельник. Вот она стоит сейчас, она сделала этот прыжок. А она легкая, как пушинка. А он ждет вот так. Все. Все. Все приемы она передает ему, лежит. Он знает, пошевелиться нельзя, она сейчас бросится. Вот и видно его, что он это кот. Ох, об стенку ударился. Вот она загнала его туда. Убрать надо здесь. Где-то. Вот он выскочил. И вот они играют уже, наверное, с полчаса. В тапок залезть не хочет, спрятаться. Так, потерпим маленько. Легла, показывает, как можно. А он в это время делает прыжок. Вроде перемирие было, все. Там где-то в юрте в какой-то все пошел. Топ. Она заскочила туда дальше. Вон она где сидит. Выглядывает. Он ее призывает. Она, видишь, она бьет, но когтями не корябает. Подушечками одними. Вот никто его не научит, кроме матери. А ему разницы никакой нету. Война, не война, мир, не мир. А мышам никто не объявлял еще амнистию. Вот он около меня спрятался. Придется уйти. Плохая защита. Когтями-то вцепится, будь здоров. Вот он лежит на пакете, буквально сливается с местностью. Слепой был, родился. И уже все, а глаза как будто открылись, вот так смотрят, а ни зрачков, ничего нету. Вылезет, сидит около ящика своего, пойдет, головой ударится, об него ткнется. Это для него игрушка. О, еще прыжок. Она выбрала момент, когда он играть вздумал, а игры нету. Урок не кончился. Это спецназ готовится. Настоящий. Вот он куда залез. Там. Туда, оттуда он обороняется. По-моему, за тряпочки. Тряпочка висит. Дальше некуда. Только лапы показывают. О, вырвался. Вот она пошла. А он гоняется за тенью. Так, на столе я гостинец положил. Угощайся. Как она его учит, это вообще класс. А обузка своих бьет, потому что их двое, они друг с другом играют, бегают. И все. А это нет, все приемы ему. Через голову, бросок, апперкот. Да. Вот и глядишь, что она больная. Она на больничной койке много передумала. Какой он будет? Ее лечила незабвенная наша умершая Анастасия Валерьевна Дробот. А за чего она такая? Она маленькая была, училась. И где-то с высоты прыгнула и головой ударилась. О! Ей все труднее и труднее с ним ладить. Она понимает, что скоро... О! Ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня стою. Сколько раз у меня корябал. На молитве-то он кидается на меня, на залеставку хватает, отбирает. Перевернулся. Все. Вот на втором этаже под бумагу залез. Это от голубей. Вот она его теперь. Она туда сразу залезла.
Это Никитина была кровать, шконка. Вот он лежит, его видать. Так она его учит там, по морде. Ты смотри, если сказать, сынок, не зарывайся. Хоть я и легонькая весом-то, но могу навалтузить тебе. Сейчас она лапу чистит, чтобы гигиенически чистой лапой ударить его. Понятно. Вот это ничего уже нельзя сделать. Это так она его учит. А что у меня тут с голубями? Так, наружу там никого не видать. Никто не подъехал. А что здесь? Здесь надо посмотреть. Вот они сидят. Голуби у меня гнездятся, но яиц еще нету. Вот она лежит, гнездышко небольшое, нос торчит только, вот он какая дубоносенькая. А он рядом с хохолком. Ну, рано сегодня, еще 14, по-старому 14, это 1 января 2019 года. Выпустил сегодня, погуляли, полетали, все назад. Вот так, через решетку. Ну что, все? Пора стало утренним отцом.
Кто же это пришел? О, уборщица. Вон оно в чем дело-то. Звонит. Благослови ее, Господи. Сегодня 17-е. Завтра сочельник крещенский. Во славу Божию. Еще Володя не встал, а вы тут. На нижнем этаже. Еще 4 часа 35 минут только. Зал сегодня переполнен, у меня там эфир. 20 минут первого. Много про отца Владимира Семенов. Отца Владимира Головина Семенов Вячеслав написал, познакомились. Вышел на меня каким-то образом. От Стива Митчелла сегодня получил 3 письма ночью. Ну и все, отвечать надо. Благословен Господь. А у Володи так и горит всю ночь аппаратура. Вот так. Кто угостила Татьяна? Урюки тут разные. Все. Сегодня у нас уже 15 января 2019 года. Утро ранее, пока еще Володя не встал. Сейчас встанет, он позже ложится. Сейчас Надежда Васильевна придет, молиться будем. А этот за тени своей гоняется. Это бабка его учит с утра пораньше. Вот они, на эту прыгнет, когда она его стаскивает. Никто не учил, бабка вообще не подпускала к себе. А сейчас видит, что мать не занимается им, давай я учить буду. Это рыжая ее, вот его так учит. А он уже большой, сегодня 25 января 2019 года. Слепыш. Это как подарок нам дан. А? Все, повалило его. А мать не нуждается даже. Этот спит рядом с бабкой, все может быть. Они у меня на кровати сегодня утром рано. И вот он задевает его. Паля села, мать. Она маленько так поднимает эту закрышку повыше. Ну, маловато. Им надо больше дать. Она его учит тут бегать. Сейчас я ему подложу. Подожди-ка, подожди. Вот так. Ну-ка, дай-ка сюда. Вот так. Он затупился. Ну-ка, дай-ка сюда. Вот она сидит. Может, под эту залазит? На лапу его сюда. И он оттуда лапу высовывает.
Что делаю? Я вот руку под одеялом, ух, какой, вот руку под одеяло запасунул, шевелю где-то. Ух, зверь настоящий. Ух, растопоршился. Всех мышей переловит. У меня покрышка, я закрываю клавиатуру, иначе они просто ногами шевелят, на букву прыгает, и все куда-то улетает. Видишь, специально построил, чтобы там отверстие было, он любит. А почему не сделать? Ну, у него жизнь короче человеческой, как-то порадовать надо. Вот мать туда залезть и пытается. Вот она. Коробочка. Знаешь, с матерью поиграет. Короткая жизнь, пускай порадуется. Тут только хвостик торчит. Сейчас ждем Надежда Васильевна, должна выйти из дома. Сейчас она будет к нам заходить. Утренняя молитва, собираемся вместе. Погода не очень холодная. Помолимся о события дня сразу, о приходе. Все тут еще даже движения ветра нету. Видно, что. Тишина. Это не видно нашей болящей. Вот. Кто у нас предупредительная? О, смотрю, Надежда Васильевна вышла из дома. Сейчас выйдет, три поклона положит и сюда заходить будет. Я в дверях встречу. Вот она как. Вот как надо молиться. Это подарок от Господа, когда жена верующая, будить не надо. Видишь, не может. Я стенки прибил ее рыча. Держаться. Проходи, чтобы не подскользнулась. Так, подходит к дверям. Со своими тапочками, как на спортплощадку идет тренироваться.
Мир добрый. С миром принимаем, давай. Заходи. Володя тут поставил оттаивать. Рыбкой нас угощил Николай Польгуев. Он ловит иногда на удочку подо льда. Ну так. Давай, ну, Володя, ты тут смотри. Мать его пара. Под мышкой костюм пошла лизать. Пёрышко нашел и играет. Опять загнал его сюда. Куда ты его загнал-то, пёрышко-то тут? Он куда, под дощечку даже. Вот я ему сейчас дам пёрышко это. Иди сюда, белый. Он загоняет его под пол, а найти не может потом. Это растет охотник. Сегодня это уже что, 17 января 2019 года. Еще один. Прабабка пришла проверить, все ли у него нормально. Видишь, подгоняет опять туда. Все время он туда тянет. Уже сегодня который раз убираю. Гонит его под пол. Почему? Там одно единственное отверстие в полу, и он туда все время загоняет его. Ну что-то же есть это такое. Вот тут эта рыжая зашла. Вот она. Белый, о, сколько в нем подвижности. Никогда не разрешал на кровать кошкам лазить, а сейчас разрешать стал. Бабка взяла, тут села рядом на трибунах, смотреть за ним.
Ну. И закрыл там, все, бесполезное дело, все, загнал. И притом это фанера большая. Туда даже пальцем нельзя загнать. Он загонит ее сюда. Подожди. Подожди, подожди. И где? Вот оно где. Не знаю даже, как сделать-то, чтобы он туда не загонял. Ну-ка, на. На. Держи. Белый, на-ка. Держи, на. Держи. Вот, играй. Сейчас погонит опять туда под пол. Ну, в эту сторону. Смотри, сколько места. Полно места здесь. Смотри, сколько. Вот. Нет, туда гонит. В одно место. Непроизвольно у него получается. Если туда его толкнуть за перышком, он там его гонит. Сейчас же сразу потеряется и все. А это голуби у меня выходили. Эта голубка уже снесла яйцо одно. И сидит. Этот рядом сидит здесь. А она там сидит. На яйце. Сейчас я приподниму маленько. Вот он где. А она там, вон, даже видать яйцо под ней. Почему-то мимо сидит. Или поднялась, жарко. Вот это уже второй день она яйцо снесла одно. Все. Этот с перышком возится. Сейчас растрепет его, съест.